Пане Семене, в другому читанні 7163 законопроект мають розглядати 16 січня. Що ви можете вже сказати от про друге читання? Що там змінилося? Чи бачили ви? Ви маєте на увазі так званий закон про деокупацію? Так. З 15-го года ми, як соавтори закону про тимчасово окуповані території, требували внести в наше законодавство Росія агресор, Крым и Донбасс – это территории, которые для нас одинаково наши и одинаково будем их возвращать. Отсутствие торговли с оккупантами, отсутствие выборов до того, как это все будет освобождено, ну и масса других параметров. Два года не выносился наш законопроект на голосование, и только в 2017 году, потому что президент решил подать свой законопроект, его вынесли и тут же провалили. Мы выступали против этого законопроекта в первом чтении, потому что там не было четко прописано, что Россия агрессор, не было четко прописано про Крым, не было даты начала оккупации, не была запрещена торговля с оккупованными территориями и масса нюансов. Мы сосредоточились на правках и в Комитете испытаний безопасности и обороны, и в переговорах. И если наши правки будут учтены, а в этой редакции они учтены, мы будем голосовать «за». А я не верю, что этот законопроект будет проголосован, поскольку он противоречит обязательствам, я думаю, что президента и прочих граждан с Минской группы перед Путиным. Поэтому Путину этот законопроект не выгоден с правками, поскольку он мешает его игре. Нас там нет, мы только посредники, вы вот разговариваете с тем, с кем вы ведете якобы гражданскую войну и так далее. Но будем стараться, будем помогать тем фракциям, которые требуют его внести в порядок денный. Ну а какие наиважливейшие правки, на вашу думку, зараз? Первое, нельзя дать забыть про Крым. Все рассказы о том, что это законопроект про Донбасс, неправда. Это законопроект про нашу политику о реинтеграции этих территорий. И для нас четко должен быть дан законный ответ. Мы про Крым не забудем. И он то же самое наш и должен быть там возвращен. Второе, дата начала оккупации. Все заявления, что Россия агрессор, без даты начала оккупации не несут никакой правовых последствий. Ну, представьте, вы вступаете в брак, и у вас возникают взаимные обязанности по имуществу, по детям. А с какого числа? Это очень влияет на реальный результат по искам к агрессору и граждан, и государства. Третье, нам четко нужно дать понять, что мы руководствуемся законом Украины об обороне и Конституции, а не Минскими соглашениями. Я, как народный депутат, не голосовал за Минские соглашения. Я их не ратифицировал. Я против того, чтобы была амнистия для убийцам наших войсковых. Против того, чтобы там были выборы, а потом только нам отдавали эти территории в лапках. Поэтому надо четко прописать в законопроекте, что Россия агрессор, что мы будем воевать за свои территории, что мы своих соотечественников не бросим, но торговать с оккупантами не будем. А вот эта неопределенность три года влияла на позицию наших западных партнеров. Они санкции вводят, а мы их имитируем. Они несут реальные потери финансовые, а мы торгуем с агрессором.